Так, ну что, друзья мои, продолжаем играть в игру «Растения против зомби. Герои». Так, и хочу поиграть за ночной колпак. Ну, хотя бы уровень. Ну, не уровень, игру, может быть, две максимум. Так, против профессора будем воевать. Угу. Полянка. Так, вот это, наверное, мы уберем. Окей. Начнем потихонечку. Танцоров размещай, да? На двух линиях. Поехали. Там делает? Ага, на один дороже делается. Понятно. Почему, вот скажи мне на милость, у него срабатывает блок, а у меня нет? Хотя он наносит урона мне больше, чем я ему. Гаргантюаха, да? Интересно, у него есть там гаргантюа или нету? Как ты думаешь? Я думаю, что нет. Поэтому сделаем вот так с тобой. Поехали. Наносит... Ха-ха. Ладно. Так, берет дополнительную энергию. Сработает блок у нас сегодня или нет, блин? Сработал. Твою налево. Ну, блин, ну почему сюда-то не попал, а? Ну все, замер. Нет, ребят, не замер. Так. Давай тогда. Подожди секундочку, наверное, вот здесь вот лучше. Да. Допустим. Плюс вот так. И все это сдобрим. Хорошечно. Поехали. Ну да. Тут шваркнули. Вот тут похуже будет. Тинц. Мы можем, в принципе, выкинуть этого, да? Если понадобится. У нас есть с тобой вот. Но тут я не знаю, что у него, ребят. Блин. Как тут сделать-то лучше, а? Наверное, вот так вот. И вот так. А там уже посмотрим, что он сделает. Ага, сладости или гадости, да? Так, это вот 3 хп у него остается. Начинается танцульки, что ли? Начинаются танцульки, ребята. Блин, мне некуда этого поставить, да, получается? Ну, давай так вот сделаем. Поехали. Защита?
Нет, ребят. Грибок все-таки пробил. Ну, там блок. У него это мишень была, поэтому блокировка не срабатывает. Окей. Так, ну что? Выиграйте игру зверским зомби-героем. Так, разыграйте три зомби с бочками. Три зомби с бочками. Это у нас где такие? Это на Земле. Подожди, на Бесячестве, по-моему, есть у нас такое вот с бочками. Если я правильно понимаю. Так, тут... Ёк-макарёк, зачем? Зачем мне виноград-то сейчас? Ё-моё. Вот же непруха. Блин, все прекрасно знают, да? Что за хламон этот у нас? Блин, дали-то какое-то фуфло, а? Сейчас будет накапливать себе очень быстро здесь блок. И что творит? Давай так сделаем. Да нет у тебя за ноль ничего. Что ты там думаешь? Допустим. Что он сейчас будет делать? Ага. Вот так вот он делает. А фиг с ним, давай. Поехали. Угу. Хочет маленький грибок уничтожить. Ну давай. Уничтожай. Фруктовый микс. Очень вовремя. Так, посмотрим. Опять у него пират есть. Нет, у него есть ландшафт. Где мои ландшафты? Объясни-ка мне на милость, а? Где все мои ландшафты, блин, которые у меня там 4 штуки лежат? Вот чего я не могу понять. Ну, бомби, конечно, сюда, что ты? Он что, перемещается? Вот, перемещается. Давай вот так вот сделаем. Поехали. Блин, с картами беда. Добора нету, ничего нету. Где ландшафт? Я офигею. Выпадает всякая бредотня, блин. Ну не то, что нужно. Не то, что нужно, ребята. Всем. Всех топчет. Ну что, пора виноградину выпускать, да? Выпускаем кракена. А видишь, что он у него тут? Окей. Так, это я как-нибудь переживу. Угу. Так, сладушки. Куда он? За мной, что ли, будет охотиться тут? Да ё-моё, блин. Давай, иди сюда, перемещайся. Ай, твою налево. Да ты заколебал, ё-моё, блин.
Да. Спасибо, блин. Гриб дал он мне поляну, блин. Когда ты мне дал-то ее? Да все, ребят, тут кранты. Понятное дело. Сыграли, блин, называется. Ни одного ландшафта не дали. Прикинь, блин. Что он делает-то, я не могу понять. Этот гриб, он просто непредсказуемый. Ну и чё? Красавчик. Ни ландшафта не дали, ребята. Ни гриба не дали. Ничего, блин, понимаешь? Вообще ничего. Этот гриб, вот как вот повезет, ребята. Серьезно говоря, что он делает? Своего же убивает. Ладно, фиг с тобой. Твое, как говорится, право. Блин, сейчас переместится сюда, упырь. Ну, понятное дело, у него срабатывает блок. И... да он до блока, наверное, сейчас что-нибудь сделает, придумает. Что он дуркует, я не могу понять. Танцоров еще выставляет. Да, ну тут кранты, понятно. Хотя, нет, ушатает, ребята. Закрякал, блин, криктун. Спасибо, блин, большое. Он мне нафиг сейчас уже не нужен, твой ландшафт этот. Идиотизм, блин. Просто, ребята, идиотизм. Серьезно тебе говорю. Ой, бред, а. Да ну нафиг. Сдаюсь, короче. Всю игру фуфло какой-то давал. Под конец он мне начал давать одни ландшафты. Спасибо большое ему. Удружили, блин. Пойдем, короче, сыграем за... давай за бесячество поиграем. Там нам надо было разыграть сколько-то бочек, да? Насколько я помню. Для пиратов в бочках. Что-то такое. Зашибись, да? Вначале дает мне всякую, всех этих грибов там. А потом он мне дает чисто ландшафты. Играй как хочешь. Вообще просто такой рандом, ребят. Непредсказуемый. Ты рассчитываешь на одно, тебе просто такое г подкидывает. Как хочется, как говорится, так и играй с этим. Вот эти вот, наверное, я так понимаю, пираты все-таки должны быть или нет. Угу. Что он делает? Ну давай поставим сюда вот так вот пирата этого. Ага. Ну и прекрасно. Сразу 4 в лицо. Погнали. Так. Вот у нас что есть. Ставим. Че, все что ли? Погнали. Бесенок. Курица. Ну, этого убираем с тобой сразу же. Иди отсюда. Угу. Пам-пам-парам-пам-пам. Что будем делать? Давай сделаем так. И вот так. Отлично. Так, пускай свою фигню эту... а, вот он как делает. Ага. Блин, я даже не знаю, стоит ли нам.
Давай. Погнали. Защита. Само собой. Давайте так сделаем. Вот как он сейчас будет ставить? Ага. И вот так. Ну тут понятно, тут пират. Так, а здесь у нас курица. Ну и ему крышка. Сдался. Так, сколько нам там? Блин. Надо еще сыграть, ребята, за него. Не хватает нам. Чтобы получить 10 гемов, еще одного пирата нужно разыграть. В бочке, я так понимаю, да? Не, ну с грибом меня, конечно, что-то аж прям взбесило, ребят. С этим ночным колпаком. Как они изначально давали мне, блин, одни грибы, а потом начали одни ландшафты кидать. Так, это, по-моему, лишнее пока. Ой-ой-ой-ой, да что ж вы. Да ну хорош, ну... Пипец, короче, ребят. Я офигею, блин. Заход, ты посмотри. Да. Твою налево, а. Я в шоке, ребят. Так, заморозки, что ли? Как вижу горхострела ледяного, сразу у меня, ребят, ассоциация именно с заморозками. Ну, давай вот так вот сделаю. Есть у тебя замораживающий? Нет, у него немножко по-другому идет. Ну, три в лицо как тоже неприятно получить, все равно согласись. Что можно здесь сделать? Можно дуркануть. Ага. О как. Так, ну здесь наносим 4 единицы урона. Вот сюда вот. Что там? В дело идут бочки. А вот здесь вот, наверное, мы сделаем с тобой заморозку. Садовод, огородник, блин. Такс. Давай так сделаем. Грибочек. Ну, даже не знаю, ребят. Давай вот так надо сделаем. Сейчас мы еще все равно. Да, прокачаемся чутка. Поехали. Пич. Так, защитка-то будет срабатывать же, да? После грибочка или не будет? Не будет. Три и три, да? Три и три. Блин, да как тут лучше сделать-то? Эй, фиг с ним, давай так сделаем. И вот так. Двойной удар, друзья мои. Ты глянь, что творит, а? Тынц, тынц. А мы с тобой берем. О-о-о, неплохо, кстати. Блин, что сделать-то? Как-то
5,2, да? 5,2. Все, ребята, в ступор в какой-то впал, прям не знаю. Давай так вот сделаем. К примеру. Так, тянет две карты. Рикошет надгробия. Окей, окей. Рикошет еще случайного зомби. Так. Знаешь, пиратика мы возьмем с тобой, да? Так, у него рикошет надгробия есть. Что не очень меня, блин, радует. Давай сделаю вот так вот. Пам-пам-пам. Ну и что? Вот что вот дальше мне делать? Давай вот так вот сделаем. Вот сюда вот мы поставим росточек бобовый. Ага. Заморозочка пошла, да? Это хорошо, друзья мои, что заморозочка пошла. Повышает. Повышает. Так, ну что, мы с тобой сделаем, во-первых, вот так вот. Во-вторых, вот так. Погнали. Так, этот, правда, удар еще успеет нанести. Угу. Такс. Блин. Сверху, сверху привозу. Блин, фигово, ребят. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Сам не знаю, зачем я так сделал. Так, ныкаемся, да? Заныкались. Ага. Так, ну, естественно, сразу понижаем, кому он там прокачивать будет. И этому, ну, значит, этому и убираем. Погнали. Пиу. На тебе. Да что ты с этими мускулами-то... Так, ему вернулось, да? Состояние, блин, нестояние. Так, давай сделаем таким вот образом. Немножко неправильно сделал, конечно. И вот так. Ну, это, похоже, крышка, ребята, ему. Так, срабатывает щит. Он там по центру бомбанен, да, насколько я могу понимать. Свои горошины сейчас. Ничего он не стал бомбить. Этого уничтожаем. Бамс, все. Надеюсь, блин, пираты разыгрались у нас в бочках, я что-то не помню. Да, получаем с тобой. Так, выиграйте зверским зомби-героем. Что за зверский зомби-герой-то? Ну что, попробуем еще разочек, ребята, за бесенка сыграть. Пока прет. 21 ранг. Да, как-то, блин, да вы серьезно. Вот, вот так вот, в принципе, не можно и оставить. Единственное, что... Бочка, как бы тебе объяснить, бочка против... О, бананчик, ребята, смотри-ка. На. Так. Давай сюда-то поставим.
Ага, перемещается. Окей. Ага, еще вот так вот. В принципе, меня устраивает вполне. Потом я спокойно поставлю бой. О, ниндзя. Это, кстати, круто. Ниндзя, это хорошо. Давай сюда вот поставим его. Так, сколько у нас там дает? 3, да? Хрен тебе. Такс, отлично. 4 энергии. Давай сюда вот поставим. Опа. Ну давай вот так вот сделаем, наверное. Ты дичь. Теперь вот так сделаем. Повышает здоровье. А, нет, не здоровье. Атаку. Угу. Ну, кранты этому, короче, охламону. Ну, радоваться странно еще ведь. Сейчас посмотрим, кто у него. Понятно, короче, тоже сдался. Тоже сдался, да? Кстати, мы скоро можем с тобой получить гадости или сладости. Да, друзья мои, мы перешли с вами на новый ранг. На 26-й. Так, поиграем. Давай за нашего, наверное. Да-да-да-да-да, именно за него. Но в последнее время ни... Чего? В плане не найдено соперника. Что это за фокусы? Не найдено соперника. Зашибись, ребят. Так, 15-й ранг против меня. Но это еще ни о чем не говорит. Это нельзя его называть сосунком там или еще кем-нибудь. Все очень может быть даже круто. Вот это вот ни хренашечки. Ой, ё-моё, ну... Шар. Ну ладно, посмотрим, что у него тут за противники. Кем он там играет. Цитрон — это всегда такой непредсказуемый персонаж. Вот я за него не могу. Я за многих не умею играть, ребята. За... О, видишь, например, что он делает. Вызвал котика. Котика надо срочно бомбить. Мне опять же пока нечего ставить, ребят. Просто ничего нет. У меня вот-вот 4-го хода, но я сомневаюсь, что мне надо будет его ставить. Опа, опа. Еще вытворяет. Иди отсюда. На орехах он что ли хочет? Не могу немножко понять, ребят. На чем он все-таки хочет тут сыграть? На орехах что ли? Да, похоже дело. Он хочет сыграть на орехах. Так, это уже начинает интересно быть. Давай так посмотрим. Сейчас, ну понятно, выставляет и прикрывается орехом, да? А, миной. Миной прикрылся.
Че там? А, защиту ставишь. Это абсолютно дело твое, парень. Сможешь, что хочешь здесь ставить. Дело абсолютно каждого. Надеюсь, у тебя там молоточка-то нету. Котя. Прокачивается. Прокачивайся, прокачивайся. Тынс. Так, минку мы эту с тобой убираем. Угу. Давай-ка вот так сделаю. Сейчас, если могила... Ага. Оу, парень, я... Блин. Ладно, немножко не так, но фиг с ним. Погнали. Ну, защита, главное, есть. А он карту в любом случае берет. Это плохо. Превращает в случайного зомби. И кто у нас там? Яйцо. Это хорошо, кстати, потому что отсюда может кто угодно выпасть. Кто там вылазит у нас? Ну-ка, покажите. Нормально. Короче, здесь сделаем защиту. Этого уничтожаем. Ну, через ракету, естественно. Тыч. Идеально. Поехали. До ореха мы доберемся чуть позже. Окей. Ну, давай я сделаю вот так вот. И вот так. Опачки. Опачки. Вот такие вот, ребята, расклады у нас тут. Так, ну главное, мы ему нанесем все-таки 3 урона. Вот это плохо. Что он там делает? Вот объясни, зачем он это сейчас сделал. Вот мне, например, не ясно, для чего он это сделал. Я надеюсь, у него больше такого нету, охламона. Есть. Все, ребята, приплыли. Все. Приплыли, блин. Мне ничего, мне ничем не воспользоваться, понимаешь? Здоровский, да? Обалденно просто. Да ты посмотри, что у него, ёпарасете, блин. Ребят, ну как вот так вот можно играть? Так, мне ничего не применить. Короче, понятно все. Я в шоке. Три легендарные карты. Мне бы... Я мечтаю хоть одну получить такую, а у него три. Вот так вот, друзья мои. А вы говорите, не в легендах, блин, дело. А в чем, если не в легендах дело? В чем дело-то тогда? В тактике. Какая там нафиг в жопу тактика? Что ты там сделаешь против них? Вот объясни мне. Да, если у тебя, например, три зомбота есть, да, тогда ты можешь выиграть. Три зомбота, понимаешь, 4 в идеале ты можешь взять. Тогда, конечно, ты можешь бомбить там налево и направо. Но ты попробуй это сделать вначале. Трешняк какой-то, блин. Просто бесит, блин, вот. Да, ребята. Это свистец просто. Просто свистец. Тут по-другому не назвать. Ну, чё ты делаешь? Иди сюда. Хламонище.
Так, это его сейчас выкинут обратно мне, да? Почему-то не выкинули, он должен вроде как обратно. А, нет, этот перетягивает, все, все, я ошибся немножко, ребят. Ну, давай поставлю. Вот так вот сделаем. Опа. Ты гляди, как хорошо, а? Как удачно так выпало-то, а? Блин. Рано радовался. А хотя нет, не рано, ребят. Ну, он его только убьет и все. Ракета, да? Ракета нам в этом деле поможет. Давай так вот сделаю. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Интересно, он будет его прокачивать или нет? Так. Допустим. Это хорошо, ребят, что он сделал так. Опа. Теперь моя очередь. Черт, твои бабушки, лети отсюда. Погнали. А? Что-то он там сохранил, да? Давай вот так вот я сделаю. Ты заколебала, а ну вот серьезно. О, что наклепал, да? Ну погнали. Или такое дело. Пе-пе-пе-пе-пе-пе. Давай подхилимся, фиг с ним. Угу. Такс. Ну чё? Давай поставлю сюда. Да и все, пока. Вытягивает две карты. Ему, наверное, поставить некуда, да? Там выпали, наверное, не заклинашки. А кое-что другое. Погнали. Да, тут получим звезделей, конечно, тут поспоришь. Так. 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 И еще пять в лицо. На. Ну да, этот тут начинает, конечно, борзеть. Опачки, что у него тут, оказывается, есть, ты прикинь? А у нас вот что есть, он, наверное, этого не знает пока. И довольный, сияет прям аж. Нет, если у него, конечно, еще есть бонусная атака, то это, конечно, плохо. Пиу! Так. Давай что-нибудь нормальное, а, пожалуйста. Да ты, блин, издеваешься, а? Да. Ничего-нибудь, эту клушу он... Да. Клушу он достал. Твою налево, а. Так, профессор. Но это хорошо, что он его достал сюда, ребят. Это очень хорошо. Что там? Вот так ты даже делаешь, да? Давай вот этого гаденыша уберем отсюда. Тинц. Ну и погнали, короче.
Все. Разбомбашили Звостизилу. Угу. Так, ну что? Еще разочек сыграем или как? Ну, давай еще. 30-й ранг против меня, и это орех. На хилах, вот чувствую на хилах, либо на орехах. Блин, вот эту карту надо было уже давным-давно мне убрать из моей коллекции, если честно. Она тут не актуальна. Блин, вот где у меня баллончик? Я ведь знаю, что он будет орехи ставить. Баллончик здесь просто необходим, как манна небесная, понимаешь? Вот он. Баллончик есть. Так, следующим у нас будет, наверное, вот этот выходить на поле боя. Ну, сейчас посмотрим, что он будет делать здесь. Джентльмен, зомби-джентльмен. Он ждет, чтобы я сходил первым. Наверное, ребят, все-таки на хилах. Раз ничего не делает, ничего не выставляет, значит на хилах. Ждет, когда получит урон. Кактусы. Опа, как он тут, смотри-ка. Кактусы выставляет. Привет, Рэй. Привет, Ретромен. Так, ну что, давай, наверное, вот этого поставим теперь. Перекрывать будет сейчас. Орехом, наверное, да? Ты смотри-ка, а. Бомбить сюда? Ну, естественно, сюда. О, как делает. А этот немощный теперь ничего сделать не сможет. Хотя, почему не сможет? Сможет. Сможет, друзья мои. После того, как мы применим вирус. Еще как сможет. А я тебе говорил? Я тебе говорил, что будет на хилах работать, чувак. А вот он работает. Пам-пам-пам. Что делать-то будем? Ну, вот этого можно, конечно, поставить. Уж не знаю, что он сейчас там заклепает. Если у него дракон есть, то 100% у него этот динозавр. Он не один хилищий, поверь мне. А тут стена орех. Ну, то понятно, ребят. Тут по-другому и быть не может. Поехали. Так, мне просто нужно реализовать как можно быстрее. Так. Да я пока ничего не буду делать. Я подожду. Вот, видишь, что творит. Так, сюда шипы ставит. Отлично, ребят, ну чё. Блин, а не получится, да? А нам-то, в принципе, какая разница, получится или нет. Так, и сделаем вот так с тобой. Поехали. Блин, броня, да, броня, ребята. Посмотрим, что он там. Ничегошеньки, да? На тебе валим там в табло. Окей. Давай-ка вот так сделаем. И... Ну да, в принципе, вот так вот будет нормально. Сумоист. Вот, видишь, что делает орех? Кого?
сюда. А у меня жалко нету, да? Так было бы хорошо. Ой, тебя умоляю. Ты типа, прикрылся, что ли? Или что он сделал? Я не знаю, ребят. Сейчас тут появится другое зомби. Может, даже круче, чем этот. Нет, пират, который убирает. Вот так вот обнуляет, ребят. О, хорошо-то как. Погнали. Надо грубо уничтожить. Да ради бога. Там не особо-то и сильный зомби у меня был. Этого хламона уничтожим. О, орех. Пускай дуркует. Короче, уничтожаем вот эту вот яблоньку с тобой. Уничтожаем вот этого фрукта. И делаем вирус. Поехали. Пим-пим-пим. Давай еще вирус, пожалуйста. Не вирус, к сожалению. Ну ладно, ничего страшного. Тынц. Тынц. Итого одно хп у тебя, да, парень? А пробить-то ты не можешь защитницу, к сожалению. О, шикарненько вообще, ребят. Давай так вот сделаем. Посмотрим. Ну что ты, орех, уснул-то там? Давай, ходи уже. Понятно, короче, ребята, сдался, 100% тебе говорю. Ну, как сдался? Если бы он сдался, это был бы другой разговор. А тут, как последний сыкунок, просто перестал играть. Просто не делает ход, вот и все, ребят. Тупо взял, встал, пошел наливать чай, а тут время истекает и, соответственно... Ну, проигрыш ему засчитывается, но не так позорно, как бы он мог, как бы я ему мог лицо размолотить. Видно, нервы свои бережет, как вот я. Я, ребята, эмоциональный, у меня когда не получается, я психую, ору здесь, не знаю. Почему иногда вот просто от этой игры отдыхаю. Столько энергии она у меня поедает. Нет, конечно, когда ты выигрываешь, ты такой довольный, там, знаешь, в пораже весь. А когда проигрываешь, тут совсем другие эмоции. Да, мы выиграли. Конечно, хотелось бы еще разочек, наверное, ну, чтобы перейти, может быть, попробуем. Но мне что-то кажется, что... Вот в данный момент фортунка от меня отвернется. Именно на третий раз, когда мы с тобой будем играть за нашего ржавого разряда. Но гриб меня взбесил. Я этим грибом, ночным колпаком, до 25 ранга дошел на одном дыхании. Понимаешь? Но там все было как бы, ну, равномерно. То есть давали ландшафты, давали грибы, давали там бобы. Но здесь это что-то с чем-то было. Да. Что это такое, ребят? Ну, что это? Пятый... Шестой, ё-моё. Здесь, скорее всего, проиграю я. У него что есть? У него есть молоточек дурацкий этот. Который тюк. Вот, видишь, что творит. 4 в лицо сразу получаем. Неприятно, да? Конечно, неприятно. Ну, давай сделаю вот так и вот так. Опачки, видишь, что он творит? Иди сюда. Хлобуда-то несчастная. 32-й ранг. Я не видел, чтобы на 32-х рангах применяли. Извините меня, вот этот персик, абрикос. Что-то с чем-то. Раз у него такая... Вот. Вот, ребят, я так и думал, что он еще одного поставит. Давай вот так сделаю. 5 энергии. Сейчас влепь. Ну, должна сработать защита. Я надеюсь на защиту. А так, видишь, никого... Ё-парасоте. Смотри, что творит. А у меня стража нету, прикинь.
Защита. Нет, в следующий раз сработает защита. О, дельфинчик нам выпал. Мы можем даже без вреда, ребят, для себя его шлепнуть. Так и сделаем, пожалуй. Блин, да чтоб тебя, а? Что делать-то? Вот тут уже, ребят, действительно проблемы. Погнали, короче, с этим разберемся. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. И что? Давай я так вот сделаю, фиг с ним. Трынь-шар. Угу. Защита сработала, давай хернемся тогда уж. Ну, 4 в лицо, блин, тоже неприятно, согласись. Есть ракета. Да вот так-то я, наверное, сделаю. Четыре, да? 4, 3, 7. Хм. Король тыквенный вылез. Карту мне дал. Давай шлепнем его тогда. Короля-то этого тыквенного. Тынц-тынц. 2 единички здоровья у нас. Так, еще одна ракета, да? Давай сделаю вот так вот. Слушай, а у него есть что? У него есть солнечный удар, ребят. Сейчас просто 2 в лицо мне шмальнет, и все. Все мои... как это? Видишь? Даже вот так вот. Что-то я не... А, вот как. Но потратил. И что, 2 в лицо теперь у тебя еще есть, да? Вот он как делает. Да, ребята, ну здесь можно, в принципе, сделать вот так вот. Ой, баран. А в любом случае никак не получилось бы, ребят. Даже если бы я ракетой бы уничтожил бы его, да? Тут и можно было бы вот что сделать. Короче, проигрываем, ребят. И я тут поспешил, это моя невнимательность была. Да потому что кофе уже остыло, ё-моё, я его тут помешать решил. А-а-а, у него в любом случае, видишь, что было? Я почему-то в этом не сомневался, что солнечный удар у него именно в руке. Так что тут как ни крути, мы бы проиграли бы. Так, ну что? Ага, мне нужно было, понятно. 1 победа, теперь уже нужно будет 3 победы. Ну что, друзья мои, давайте тогда, наверное, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!